Огонь по безоружным турецкие пограничники расстреляли сирийских беженцев. Об этом сообщает газета «Таймс». По данным издания, люди пытались перебраться в Турцию. Мигранты следовали по горной дороге, которую обычно используют контрабандисты. В этот момент по ним ударили из боевого оружия. В результате погибли 8 человек. Среди жертв – женщины и дети. Однако власти приграничных провинций данные об атаке называют ложью и полной дезинформацией.